В высшей школе журналистики прошли дискуссии на тему об игроках и жертвах публичности. Главные редакторы казанских СМИ, представители Следственного управления, прокуратуры и МВД по Республике Татарстан встретились, чтобы обсудить проблему наличия персональных данных в материалах журналистов. Также в число участников круглого стола вошла и председатель Союза журналистов Татарстана Рима Ратникова. На мероприятии обсудили, что прокуратура выступает за то, чтобы в публикациях было как можно меньше информации о персональных данных человека, а также, чтобы журналисты соблюдали правила презумпции невиновности каждого гражданина страны. Что касается каких-то персональных данных, то давайте проговорили, что этих персональных данных нет, и минимальное количество тех сведений, которые необходимо, собственно, журналистам для подготовки публикации в средстве массовой информации. Также участники затронули такие насущные темы, как утечки ложной информации в сеть и ответственность редакторов за оскорбительные, грубые комментарии под материалами. Участники дискуссии сошлись на том мнении, что закрытие возможности комментировать – не выход из ситуации. Необходимы изменения, которые вовлекут комментаторов в правовой поток. Пока неотрегулированность интернета привлекательна для анонимных пользователей, фейки, мифы и оскорбления будут появляться вновь. Дарьяна Храбрецова, Андрей Багаудинов, Универньюз.